Именно вот сюда поворачиваем, против часовой. Делаем круг, едем на следующий квадрат. И по часовой, ребята, восьмерку рисуем. Сделали восьмерку. Сережа, конечно, тяжело. Ну что, попробуйте, пацаны. Тебе нельзя, да? Тренируйтесь для конкурса, который будет. А что они поворачивают? Серега, ты лучший! Я сыграю. Поехали, поехали, старайтесь. Против часовой. Ой-ой-ой, поехал. Видишь, и потренировался, какой у тебя отличный отъезд квадрата получился. И точно с тобой возвращаемся за линию. И сюда-сюда финиш. Вот видишь, и потренировался, как тяжело. Я говорю, поддерживай. Яник, давай! Привет, Олег. Привет. Не, сейчас я села, она в магазин пошла. Так вот Олег, давай с Олегом и едем. Женя, привет! Не трогай!
какая-нибудь. Боже, он что, там есть? Ну да. Велосипед, три колеса. Веселее, ребята, веселее! А приходит место. Кто-то еще упал. Ну, веселее. Женек с музычкой? Да. Давай, молодец. Сережа, ну веселее. А как же? Ребятка, что не веселые такие? Давайте взрослые, кто хочет. Ребята, это все отрыв, Женя будет первый участник. Давай, поехали же. Это мой кумир, Женек!
Я надеюсь, что он в следующем году будет возить меня в горы и научит меня нормально кататься на лыжах. Кто хочет кто-то взять, кто готовы? Появились, поехали! Все, не-не-не, мы должны, кто точно стоит, Женя. Вот. Ваня, о, что, ребята, кто упал, уезжает. Так, осталось трое человек, поехали играть. Все, двое. Все, двое, стоп. Надо на работу поиграться, какой-то осталось. Так, смотрите, двое осталось. Вот так, смотри, все, успокойтесь. Все, нашли друг друга, вынашли друг друга. Ребята, все, что остались, становитесь вот сюда. Нет, вот сюда. Это вы уже остались, вы на финал. Ну что, сколько у нас победители получилось? Кто-то еще будет поучаствовать, прыгать? Куда уходим? Кто выиграл туда? Давайте, кто еще последний раз участвует, кто на подарок играли. Готовы? Давайте, выезжайте. Готовы? Давайте, раз, поехали. Два, три. Гонка началась, борьба начинается. Кто выживает, сразу выходит, аккуратно не мешает других. Давайте стихнем. Выезжаем. Серёга, завали этого скакуна. Смотри, Серёга, вот у тебя, это будет цель. Серёга, вот у тебя есть цель, которая мешает мне кататься детям. Поехали. Серёга, завали его. А он, видишь, он детей убирает. Смотришь, он творит. Это, конечно, очень было серьёзно. А ты же ребенка, когда ты родители, что-то есть такое, ну, о! Нет, он, это ты пес, покажи его! Главное, мы же Сережа просто не достали. Если я буду вытягивать, дорогую тебя. Подарок, борюсь за подарок, Сережа! Опа! Ну что, короче, Сережа проиграл, это серьезное судейство у нас. Сережа, что Сережа проиграл? Хорошо, третье место девушка, да? Ты оттуда поставила ногу? Все, борюсь за первое-второе место. Кто первый поставит ногу? Ооо!